Несколько дней назад я показывал, что улицу Пушкинскую не чистят от снега. Вот ее почистили. Ну, точнее, оно само растаяло. Просто, ну, рыхлый снег легче убирать. Вот. Но, как вы видите, здесь не почистили. Опять вот эта велодорожка. Наша ростовская, единственный участок, который сделали до... Ну вот, из всех велодорожек не краской на тротуаре. Вот видите? Он не чищенный. Ну и, соответственно, можете посмотреть на другой стороне. Вот велодорожка, вот она не чищенная. То есть почищена только тротуарная часть улицы Пушкинской, и никакая велодорожка не чистится третий год подряд. Я, конечно, писал, я говорил, пожалуйста, кто там за это отвечает, проконтролируйте, тыры-пыры. Вот в прошлом году ответ даже получил, что типа, да, должны чистить. Ну и где? А потом можно поставить гаишника вот сюда, да, на тротуар, и всех курьеров доставки еды, всех пользователей самоката, всех-всех-всех можно смело привлекать по административной статье, потому что они не едут по велодорожке. Здорово ведь? Здорово. Кто этим, ну, занимается? Кто за это отвечает? Ну, понятно, что администрация района. Вот, но у них есть подрядчик, который это не делает, не выполняет работу. Третий год подряд. Что нужно с такими подрядчиками делать, которые не выполняют работу? Штрафовать. То есть работа не выполнена, видите? Здесь выполнено, здесь не выполнено. Вот кто им мешал выполнить?